Московское боут-шоу стало чуть ли не единственной выставкой яхтенной отрасли, которая не ушла на вынужденные каникулы из-за пандемии коронавируса. Организаторы успели провести праздник для любителей водного транспорта в 2020 и по плану стартовали в 2021 году. По понятным причинам в этот раз на выставке не смогли присутствовать многие иностранные компании и гости. Однако в количественном соотношении участников, что интересно, меньше не стало. Но при этом количество участников у нас не уменьшилось. Уменьшились, наверное, стенды, уменьшилась экспозиция. Но пришло в этом году очень много новых участников, чему мы непосредственно рады. И понимаем, что в следующем году мы сможем уже сделать выставку намного больше, чем в этом году. Выставка не ограничивалась катерами и яхтами. В число экспонатов также вошли электромоторы, тримараны, понтоны, снаряжение и прочее из мира водного транспорта. Не обошлось без деловой и развлекательной программ. Первая представляла собой семинары и мастер-классы, а вторая – интерактивы для всей семьи. У нас очень интересная интерактивная программа. У нас есть большой бассейн, в котором можно поплавать, наверное, на всем, что держится на воде, включая САП, фитнес-плоты, зорбы, лодки луч. То есть деткам есть чем заняться. Будут разные программы, квесты, изучение лодок изнутри и снаружи. Главная цель выставки – познакомить публику с новинками, обсудить с экспертным сообществом актуальные проблемы отрасли, популяризировать в России парусный спорт. И ее актуальность каждым годом все больше растет. Знаете, за 14 лет она очень много прошла виды изменений. То есть были у нас и большие лодки, и маленькие. И все с каждым годом, я сама в этом убеждаюсь, люди больше интересуются лодками. И, наверное, это в какой-то мере становится хобби. Это подтверждается и количеством реализованных билетов. Выставку «Московское боут-шоу» в этом году посетили примерно в два раза больше человек, чем в прошлом.